пошел обратно, попробую ту комнату взломать, где требуется мурф. Так что, надо все полазить. Так, Патрика вообще понты. Вообще ничего нету. Так, ножик у меня хоть стоит. По-моему, здесь лестница. Да, здесь лестница. Ну, типа, а что будет? Так. Выключать, ага. Новых нету временно, блин. Так, мурф, да? Нам нужен мурф изучить. Ой. Сука, как это работает? Почти, но нет. Ох, и дичь. Хера не понимаю. О, не знаю, как я это сделал, но у меня получилось. Так, теперь в серверную можно зайти. Нафиг хранить. Что тут просто сохраниться можно, да? Подожди, не понял. Топливо. Охуенно топливо. Хранить. Нет, тут еще что-то должно быть. Тихо, нахуй. Пугаешь меня. Все, здесь нет ничего. Так, там дальше комнатка должна быть. Вставай уже, блядь. С возвращением, доктор Ли. У вас 5 новых сообщений. Подожди. Ой, боюсь, что мне туда походу нельзя. Меня там не убьет, нахуй.
Я так и знал, сучка. Почта Уэйн-Али. Отправитель Рик Мендоза. Что он задумал? Проверить не могу, что учудил этот урод Картрайт. Угомонись, придурок. Что ж он тут главный? Пока что... Ладно. Тебе случаем не попадалась моя спиралька. Там подставка с секретом. Дайте знать, если найдешь ее. Нет времени. Значит, тебе не удалось выбраться на наше совещание. Ладно, не беспокойся о проверке оранжереи. Знаешь что, займись кое-чем простеньким. Состав бюджет на следующий, после будущего года, сегодня же. Ты там живой? На нас напали, есть погибшие, восточное крыло отрезано. Мост не реагирует на наши браслеты. Где там этот черт Картрайт? Пожалуйста, ответь. Образец 43 взбесился в оранжерее, сущий ад. Нужно отправить туда кого-нибудь, пока еще не поздно. Уэйн, что нам делать? Помоги нам, пожалуйста, ответь. Без темы. Помнишь ту чирлидершу Сьюзи? Классная была девочка. Она нам обоим нравилась, конечно. Ботаны ее не интересовали. Кстати, я так и не верил в тебе. Не вернул тебе те комиксы игры. Боюсь, тебе придется их немного подождать. Так, подставка с секретом. Это что это, да, блять, я ее не изучал. Трофей в форме спирали ДНК. На подставке что-то написано. Это пароль, блять, от той хуеты. Нахуй я сюда шел, я мог бы и так его уже распиздячить, понятно. Так, подожди, а я не сдохну, если зайду сюда. Кто забыл закрыть морозилку? Так, подожди-ка. О, блядь. Нихуя нет. Может, туда полную надо вставлять? Похоже на то. Все, возвращаемся обратно. Ничего нет. Ничего мне не оставили, сучки. Что, блять, за звуки такие? Сюда вообще попал, блядь. Так, подожди, мне теперь надо в комнату управления. Блядь. Тут сейчас эти дебилы повылазят. А ну пошел нахуй. Да, блядь, развернись, сука. Стой! Пошел ты нахуй. В смысле, он что, меня сожрет прям сразу? А какого хуя, блядь? Че, блядь? Хуя себе, меня так даже боссы не ебут, нахуй, с одного раза.
Охуеть, я хуй знаю где. Но зато я знаю, что в статуэтке есть эта хуета. Все, мне в принципе туда идти нахуй не надо. Я могу сразу... Куда я могу сразу идти? Подожди. В лабораторию могу сразу идти. А, подождите, скажи, лаборатория. А, ну правильно, я тут был. Мне теперь P1. Сюда поднимаюсь, переговорная. Блять, через этих уёбков буду идти. Ладно, что делать? Подожди, блядь. А, ну я могу через эту хуйню. Похую, в принципе, мне что так через дебила идти. Ой, блядь. Так, изучить. Сейчас фоточка. Фоточка, блядь. Угу. Все назад. Теперь. Вот это. Вот это. Вот это. Да, а, блядь. Тут жирная есть и такая. Бэк. Так. Ну, блядь, Enter. Блядь, там опять все равно эти гаврики. Идите нахер. Заполнить врач. Блять, вот это нахуй, нихуя себе. Что, блядь? Нихуя себе. Я так быстро это все сделал. Картридж с раствором. Угу. Теперь я не понял, когда его, блядь. Я получу, короче, растворим, пустой, мне теперь, не помню, кто там пиздел, блядь. Запискали. Так, синтез поместить, пустой, короче, добавить необходимые колеса, немедленно охладить. Ай. Это два, немедленно охладить. Вот теперь мне надо в ту, получается, хуйню идти. Обратно, так сказать. Пошел ты нахер. Шо делать? Маленькие ублюдки. Так, подожди. Где это, блядь, я забыл уже. Дальше.
Я же забрал ту херню, да, свое радио, блядь, которое волны ловит. С возвращением, доктор Ли. У вас 5 новых сообщений. Ну ты иди. Так, ну это все понятно. Кто забыл закрыть морозилку? Так, охлаждаем. Идет охлаждение. Так ты что, не встанешь уже? Так, и теперь идем обратно, так в лабораторию. Они не появились. Так, подожди, как мне? Так, пойду сохраню снова нахер. Еще что, музычка такая мне не нравится. Прям здесь, сука. Да что за... Сработало. Это чувак упал, да? Улучшить. Внимание! Вы распылили опасный раствор без получения разрешения. Ваши действия... Иди тот хуй, который упал. Задокументировано. Могут быть применены дисциплинарные меры. Тут я что-то ни хрена не понял. А вон он, блин. Забыл, как отсюда выйти. Блять, опять через эту комнату идти ебучую. Придется пиздовать. Только же, что мне надо? Лучше один браслет, так я могу сейчас прям улучшить. Сука!
пошел ты. Пошел ты нахуй! Ебать! Ты что, живой еще нахуй? Пиздец. Куда мне нахуй? Подожди, я могу я в компьютер залезть? Так, высокий приоритет усиления охраны. Когда это улей превратился в улей, что, блядь, шпионов, 3 в прошлом месяце и 4 в этом, и это лишь те, кого мы поймали. Усилить охрану Картрайты или вы хотите кончить, как ваш предшественник. Кроме того, с сегодняшнего дня ограничивает доступ к западному крылу. Игнорируйте все запросы из штаба по поводу информации о Г. Начальство все равно палец о палец для проекта не ударило. Нет ответа, внимание, не сосредоточен доступ, не сосредоточен распыление гербария в восточном крыле. Ну это я, походу. Блять, как я забыл, нахуй. Тут выйти отсюда, блять. Так, надо сохраниться, надо, нахуй. Что, где сюда? Нет, он уходит, ему похуй. Перейдем в восточное крыло, насколько я понял. Или что это за лифт, блядь? Ага, понятненько. Потому что в восточном... А, ну там я, блядь, нахуй, оно сралось. Надеюсь, я просто где-то здесь. Пиздец, как много патриков. Так, видеокассета из лаборатории. Все, сначала посмотрим. Тут по-любому не откроется. Угу. Ну, пока возьму, там будет видно. Так, что у нас тут? ОСС. Что, ящик есть, а сохранялки нет? В смысле, а забрать? Что, уже не надо оно? Странненько. Ну ладно. Так, тут все облутано. За следы. Амбрелла. За вонючие зародыши, блин. Дневник исследований. Пациент, наблюдение за ростом эмбриона, пациент 449.
После поведения Г-эмбриона в тело пациента мы сделали 50-сантиметровый надрез от груди до брюшной полости и приступили к наблюдению с помощью медицинской команды. Сознание подопытного поддерживалось между 15 осознанно ясно и 10 ШКГ, однако после уровня сознания пациента понизилось, и дальнейшие наблюдения были признаны нецелесообразными. Подопытный был уничтожен. Пациент 501, Г-вирус введен пациенту 501, мутировал до Г-формы и был перемещен в группу из 30 подопытных. Через 2 часа 36 минут все, кроме одного подопытного, стали носителями эмбрионов. Все подопытные были уничтожены. Один из подопытных не выдержал и покончил с собой. Пациент 628, 639 мы вели, ну короче, бля, понятно. Вели, блядь, исследовали тут хуйню и занимались. Хм. Это Г-вирус, как, блядь. Просто. Ага. Отлично. А теперь Кади. Это как, блядь? Блядь, по-моему, сейчас... Обнаружено несанкционированное изъятие. Вируса уровня 4. Переход в режим блокировки. После завершения... Сучка, бля. Охуенно. Внимание, обнаружено несанкционированное Кади, это... Сейчас мне там ебать, походу, будут. Переход в режим блокировки. После завершения блокировки запустится программа самоуничтожения. Ты как знал? Опять? В сторону! Он мой! Вот и все. Что за хрень? Прости, Уильям. У меня нет выбора. Вы сказали Уильям. Почему? Все пошло не так. Амбрелла виновата во всем. Но вы из Амбреллы. Или вы не причастны? Причастна. Но мы не хотели ничего такого! Расскажите все. С самого начала. Просто не уйти. Господи, Уильям, что ты наделал? Так вы его создали. Мы создали Г-вирус, но никогда не собирались... Можете говорить сколько угодно, но вы в ответе за... Что творить?
блядь. Шо, блядь, ебанутый, издеваетесь надо мной. Дядя, подожди нас. Дайте патроны, блядь, пожалуйста. Я охуею. Так, куда мне идти-то, блядь? Топливо нахуй, оно всралось. Гранату можно взять. Что? А он же что мне остался, блядь, вообще? Выглядит ужасно. Ощущается тоже, поверь мне. Насчет ваших слов, не знаю, можно ли... Обещаю уничтожить образцы. Но это улика. Они нужны ФБР. Ты поверил этой суке? О чем это вы? Она не из ФБР. Она наемник. Продаст вирус тому, кто больше заплатит. Чушь собачья. А, надеюсь, ты прав. Но если вирус попадет не в те руки, Thank you.
Я как раз о тебе думал. И я о тебе. Начала беспокоиться. Мы отлично сработались. Но у меня к тебе вопрос. Будь свободен. Прошу, скажи, что он у тебя. Он у меня. Дай проверить образец и валим отсюда. Не так быстро. Я тут пообщался с Анат. Говорит, ты не из ФБР. Леон. Почему ты просто не отдал образец? Просто я понял, что хотел тебя видеть. Но не мог. Мне жаль, что все так и вышло. Значит, вот как. Я был просто пешкой. Я лишь выполняла приказ. Как и я. Бросай пушку! Ты арестована. Отдай образец, Леон. Я не хочу стрелять. А придется. Только ты не сможешь. Ада! Теперь никто его не получит. Жалко подружку, но ничего. Она будет жить. Куда мне хоть убегать-то, ёб? Вообще ни хера не понятно. Еще 10 минут убегать. 9. Кто это? Подружка. Другая. Клар! Леон? Ты тоже здесь? Да. Но все здание рушится. Клар, тебе надо выбираться. Срочно. Знаю. Я нашла выход. У нас все выйдет. Где ты? Клэр, ты еще там? Леон, связь прерывается. Не жди меня. Уходи отсюда. Черт. До взрыва осталось 9 минут.
місце, що можна прийти. Ну що, мені тут їбать хто-то буде? Куди біжать-то, блядь? Насосне, хуйосне. Надо выбираться. Что это такое, блядь? Искать не надо, спасибо. Блядь, я не сохранился. Какого? Взял, разъебал нахуй. А, говорите, въеб, блядь. Подожди-ка. Ага. А тут у меня что есть?
еще синюю траву достать. Типа объединить ее. Ага. Не смогу. В смысле, а что я с красой не могу? Так, боевой нож, хуй его знает. Не верю, что скучаю по ней.
Леон? Эй. Мы справились. Как я и говорила. Ну, вот и все за Леоном. Пройдено. Понятненько. А БЦ это типа я на троечку прошел, да? Все, следующее будем проходить за... Как ее? Забыл. Клэр. Понятненько.